В станице Советской освящен храм в честь Архангела Михаила. Торжество возглавил архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Участниками исторического события стали многочисленные прихожане и гости из окрестных селений. У храма Архангела Михаила в станице Советской архиепископа Пятигорского и черкесского Феофилакта встретила многочисленная казачья община. Именно с возрождением казачества стало возможным построить новую церковь вместо старой, уничтоженной воинствующими безбожниками. Да и переименованную станицу казаки именуют сегодня согласно ее историческому названию – государственная. Основанная в 1777 году, она входила в состав Моздокского уезда Кавказской губернии. Станичники несли государственную службу в Горско-Моздокском полку. Церковь и церковно-приходская школа содержались на средства казачьего войска. В современную жизнь постепенно возвращается прежний уклад. Казаки активно помогали в строительстве церкви, первое богослужение в которой было совершено в день Архангела Михаила в 2010 году. Спустя 9 лет состоялось ее долгожданное освящение. Молитесь, яко Господу, спастися душам нашим. На архиерейскую божественную литургию собрались не только прихожане, но и жители соседних поселений. Храм получился красивый, просторный. Община собралась дружная и трудолюбивая. Надежных помощников у настоятеля иерея Дионисия Федюнина немало. Этот наш храм – это то самое, когда люди, все вы жители станицы, каждый столько, сколько позволяла ему возможность. А самое главное, сколько заставляло сделать его сердце. Мало-помалу вкладывали. Кто-то от избытка, а кто-то от жертвы. От своих щедрот строительство этого храма. Многих из них, строителей, жертвователей, труждающихся в храме, владыка Феофилакт удостоил архиерейских грамот и благодарности. Награду получил и казачий атаман. Казачество – это есть войско Христово. Каждый, считающий себя казаком, должен быть верующим христианином. И считаю, во всяком случае, я так. Что касается помощи в храме, ну, пусть левая рука не знает, что творит правая, не буду я говорить, чем мы помогаем храму, мы стараемся, все по воле Божьей. Казачьи и духовные традиции будут жить в станице, ведь их перенимает молодое поколение. Учащиеся воскресной школы уже не первый год участвуют в богослужении. Архиепископ Феофилакт отметил, что за божественной литургией особенно старался детский хор. Это счастье, это радость, это восторг. Я расту в казачьей семье, поэтому хожу в храм. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословен Кавказ».